20 минут о красивой жизни, модных людях и заметных событиях. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Имидж-клуб «Светлана» известный такими проектами, как «Платье города», «Парад моды на Кировке», детскими и профессиональными модельными конкурсами. В сентябре этого года запустил проект для реальных женщин, чьи размеры выходят за рамки подиумных параметров. Но, несмотря на это, мечтают научиться выглядеть красиво и стильно в своем возрасте и в своем теле. Лекции о типах фигуры, правилах составления комплекта, подбору аксессуаров и нижнего белья всегда подкрепляются практическими занятиями. Сегодня практика проходит в бутике Елена Миро. Сегодня мы будем изучать светотени, свет, как он подходит к коже, изучать это и поучимся на практике применять это в своей одежде, в своей бижутерии, в своей косметике. В общем, научимся применять свет близкий к коже, близкий к нашему цветотипу. Цвет может как поддержать человека, так и убить полностью его индивидуальность. То есть каждому человеку соответствует его колоритика, цветотип. Есть такие распространенные понятия, как девушка зима, лето, весна. И каждому соответствует определенный цвет, который сегодня и мастер научит девочек подбирать. У каждой женщины есть свои лучшие оттенки. А познакомившись с ними, можно всегда выигрышно выглядеть по сравнению с другими, с теми, кто не знает такой хитрости, такого секрета. Я бы рекомендовала использовать оттенки волос, глаз, использовать пудровые оттенки кожи, как базовые в гардеробе, и определиться все-таки, вам больше идут прохладные, теплые или холодные чистые оттенки для того, чтобы всегда быть на высоте. Теорию о четырех колористических типах, о которых многие наверняка читали в журналах, сегодня подвергается сомнению, как не вполне точная и поверхностная. Определить цвета, которые способны вас скрасить, лучше всего с помощью стилиста. В интернете можно прочитать, но у себя отследить уже так не получится. А со специалистами они не только подскажут, но и посмотрят на тебя со стороны, выявят твои ошибки и подскажут еще, как правильно сделать и что нужно сделать. Ну, конечно, все мы немножечко что-то знаем, но вот именно подобрать под себя, научиться из множества оттенков подобрать именно тот, который нужен, именно сможет обучить только мастер все-таки. Путаница у многих женщин возникает именно из-за того, что они пытались самостоятельно определить свой цветовой портрет, или же специалист, который частично владеет знаниями, например, визажист или парикмахер, который только начинает свой путь, неосторожно окрестили каким-то цветовым типажом. Потом девушка начинает или женщина свой гардероб подбирать в соответствии с рекомендациями из интернета, а по обращению к специалисту оказывается, что это все наиболее худшие, неподходящие ей оттенки, в которых она выглядит не очень хорошо. Я всегда думала, что бежевый. Но когда походила на практику сюда, я поняла, что и синий – это тоже мой цвет. Но я думаю, сегодня у меня будет какое-то новое открытие. Я узнаю какой-то цвет такой, который я раньше не использовала, но он окажется моим. Это происходит каждый день на протяжении всего проекта. Вроде бы банальные вещи, которые знали на протяжении многих лет, оказывается, есть тонкости, нюансы, которые и не знал действительно до начала этого проекта. Программа Beauty Time следит за ходом проекта Model X Plus. Каждую неделю мы будем рассказывать и показывать, как проходит модная практика в лучших магазинах и бутиках нашего города.
Русская зима, красивые девушки, натуральный мех. Все это стоит в одном ассоциативном ряду. А что в этом сезоне осень-зима 19-20 предложили итальянские дизайнеры? Смотрите прямо сейчас. Меховой сезон в Челябинске открылся еще до наступления настоящих холодов, а поводом стало 15-летие первого мехового бутика «Фиера», компании, которая все эти годы представляет известные меховые бренды мира, от демократичной классики до дизайнерских моделей сегмента люкс. В очередной раз за вклад в развитие модного рынка бутик «Фиера» получает премию «The Best Luxury Store 2019» как один из лучших бутиков страны. А накануне в наш город прибыла свежайшая коллекция итальянского бренда Giuliano Tesa. Ваши все звездные клиенты, ну, как сказать, самые искушенные, да? И я была действительно удивлена тем, что очень хороший вкус, никому не надо было даже ничего объяснять. Все, что ассоциируется с изысканной и стильной верхней одеждой, это все про бутик «Фиера». Итальянские кашемировые пальто и пуховики, аксессуары, создающие настроение. Здесь есть все, чтобы пережить холода красиво и со вкусом. Что же касается мехового настроения гостей, то его можно описать двумя словами – уютно и роскошно. Скоро уже будет холодно. Хочется, конечно, теплый мех. Соболь, Барбузинский, вот такой вот, чтобы закутаться и быть женщиной-женщиной. Конечно, благодаря нашей погоде, уральской невероятной, хочется в соболях. Это тепло, это красота, это роскошь, это настроение сумасшедшее. Всегда у нас в нашей зиме будет хотеться тепла, когда-то норка, когда-то соболь, это всегда будет актуально. И когда холодно, без соболя, конечно, никак. Пальто с оторочкой из соболя. Понравилось очень стриженная норка в виде халата и короткая автоледи из норки. Все это разных цветов, разных направлений, но в целом это не классика, это более такой компромиссный вариант для города. То, что удобно носить, то, что близко по цвету, и модели очень современные, такие молодежные, так скажем. Такие вот отношения, они в принципе помогают всегда в работе. Почему? Потому что есть вот эта вот обратная связь, мы слышим запрос, и как бы мы можем все сделать красивее и счастливее, более точечно. В меховой моде, как и в индустрии в целом, сегодня курс на простоту. В случае с сегментом люкс эта простота должна быть дорогой и изысканной. В этом вопросе нет равных основательницы марки Giuliano Tesa. Ее мысль, она рисует и говорит, мне надо вот так. Я говорю, да вы что, сеньора Теза, да так нельзя, да что, да кто это такой придумал? Она говорит, нельзя у вас, мне вообще ничего не волнует, пробуйте. Все топовые материалы, если это кашемир, то Лоропиано, если это мех, то топовые лоты и так далее, как бы, это у нас. Дорогая простота. Поскольку темп жизни убыстряется, да, и хотим мы того или нет, такие тенденции, как типа спорт, шик, он проникает и в тяжелый люкс, и премиум марки сделать такими, чтобы, надев изделие, вы могли в нем прожить 24 часа. И опять же, та же самая тенденция, которая была на несколько столетий назад, что соболь мы носим не мехом наружу, а мехом вовнутрь. То есть подбиваем его от оторочки. Эта тенденция вот ярко сейчас представлена и у Giuliano Tesa. В нашем городе живет немало ценителей изысканной роскоши. Все они в числе лучших друзей, точнее подруг «Фиеры». Хочется пожелать процветания, еще больше клиентов, еще больше любви и внимания клиентов, и еще больше шуб, еще больше моделей, потому что замечательный бутик, замечательная, у них всегда чудесный ассортимент, и если нужно что-то теплое, все придут сюда. Нужно быть такими же эксклюзивными, красивыми, доступными, достойными и всегда на пике моды. Продолжать, как они занимались. Они клиентоориентированы, клиентов любят. Мы себя здесь чувствуем королевишнами. Очень хорошо. Удачи, процветания и продвижения не только в нашем регионе. Я желаю смелости, больше смелости. Нам нужно
невероятные, знаете, новые дизайнерские решения, смелость вообще в цвете, смелость духа нашему замечательному городу и всем девочкам, которые живут в таком климате. Кашемировая парка с соболем, меховой бомбер или двухстороннее пальто. Наша уральская зима обещает быть разнообразной, а значит, востребованными окажутся все дизайнерские идеи. Зимний сезон открыт. Теперь необходимо решить, чем именно его украсить. Меховой бутик «Фиера», улица Елькина, 45. Клиника «Источник» представляет комплексную диагностику «Чекап Экспресс». 16 анализов, включая ЭКГ, УЗИ, а также заключение терапевта. И все это за 3 часа. Всем участникам программы «Чекап» вкусный завтрак. Главное о вашем здоровье за 3 часа. Клиника «Источник» в Лесном острове. 77-88-906. Исключительно из твердых сортов пшеницы. Сохраняет форму идеальной. Макфа. Мой твердый выбор. Покупай полезные макароны. Самые актуальные модные тренды в вашем повседневном гардеробе. Магазин «Стрит Кутюр» на Сони Кривой 30 и Пушкина 65. Уникальное украшение только из натуральных камней. Регулярное обновление ассортимента. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан, билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга. Да, и обратите внимание на картины. Они тоже продаются. Вы смотрите программу «Beauty Time». Продолжаем выпуск. Идеально подобранный комплект одежды – это всегда внешнее впечатление, но не менее важную роль играют и внутренние ощущения, которые полностью зависят от качества и характера нижнего белья. Сегодня выбор белья огромен, в том числе это касается и больших размеров, но по цене и качеству модели могут отличаться в десятки раз. Как выбрать для себя адекватный вариант, эксперт Ольга Золотая в рамках своего мастер-класса рассказала участницам конкурса «Плюс сайз красоты» «Леди Мармелад». Вчера на мастер-классе Оля нам объясняла, как правильно подбирать белье, как правильно носить корректирующее белье. Ну и, в общем, сегодня она нам наглядно это все показала, рассказала. И комфорт, ну, 100%. Вообще брафитинг нужен всем девушкам, не только плюс сайз и девушкам стройным, потому что 80% женщин вообще у нас не умеют правильно подбирать белье, совершают очень много ошибок. Ошибок очень много, да, практически все ошибки были на мне. После того, как мы померили бюстгальтер на мне, я стала намного стройнее. Очень много женщин носит свою грудь на плечах. Хотя, по факту, 80% нагрузки должен забирать пояс. Но в связи с тем, что женщины неправильно подбирают белье, они просто не знают, как это делать. Они совершают эти ошибки. Поэтому брафитинг появился в России относительно недавно. Ну, в Челябинск он пришел, можно сказать, в том году. Я сама о нем узнала 3 года назад, ну, как бы я сама девушка плюс сайз, тоже с большой грудью, и тоже совершала эти ошибки. Но сейчас я решила делиться своими знаниями с девчонками, чтобы облегчать им жизнь. Из вчерашнего мастер-класса я для себя вынесла знания о том, какие бывают вообще типы бюстгальтеров, как его правильно носить, как правильно все компоновать у себя, потому что это целое, ну, как оказывается, называется брафитинг. Брафитинг, если дословно переводить с английского, то бра – это бюстгальтер, фитинг – это посадка. И таким образом, что брафитинг – это получается идеальная посадка бюстгальтера с учетом особенностей строения вашей груди, вашей формы груди, размера, ее наполняемости. То есть брафитер добивается идеальной посадки бюстгальтера, чтобы он красиво оформлял грудь. Основная ошибка всех женщин, которые неправильно выбирают белье, они носят свою грудь в буквальном смысле на плечах. А вследствие этого у многих женщин образуются вот такие вот вмятины и канавы. Это очень вредно и больно. Во-первых, это передавливает мышцы. От этого идет боль в шейный отдел позвонок. Постоянно ваша грудь
вешают вас вперед. Существуют вот такие вот подкладки под бретели, которые облегчают многим женщинам жизнь. То есть, если ваша грудь сильно тяжелая, можно ее вот так подкладывать под лямочку бюстгальтера. Она вставляется в пазы, и вот так вот ложится. У вас, получается, распределяется давление и масса, и становится меньше гораздо. Соответственно, легче. Когда вы приходите в магазин, многие даже не задумываются о комфорте. То есть им понравилось белье, они купили. И неважно, как оно на вас сидит. И это основная ошибка многих девушек. Вот на Наталье сейчас у нас находится правильно подобранный бюстгальтер. Как мы проверяем, пояс большой или нет, мы засовываем сюда 4 пальца, ну вот ладошку получается, перпендикулярно. Если у нас входит сюда 4 пальца, не больше, тогда пояс у нас подобран правильно. Второй момент, на который брафитер обращает внимание, это косточка, которая лежит между грудей. Она должна плотно прилегать к грудной клетке. Если она этого не происходит, значит, либо вам большой пояс, либо большая чашка. Потом уже происходит укладка груди, потому что это тоже очень важно, правильно ее уложить. И, соответственно, мы подтягиваем бретели до того состояния, пока чтобы у нас влазило 2 пальца. Если у нас влазит больше, то, соответственно, мы немножко подтягиваем. Если меньше, то, конечно, ослабляем. Ну, Алене мы подобрали такую летнюю модель, девчачью. У нее оказалась небольшая симметрия груди. То есть одна грудь у нее, где-то на полразмерчика поменьше. Сейчас расскажу, как ее скорректировать. Мы всегда проверяем сначала лямки, как на прошлом этом, что 2 пальца, не более. И здесь тоже проверяем. Вот для того, чтобы скорректировать нам асимметрию груди, то есть меньшую грудь приподнять повыше, нужно подтянуть бретель повыше, вот это вот с наименьшей грудью. И она, получается, выравнивается визуально. Этот бюстгальтер завоевывал 3 года высшую награду в спортивном белье. Именно вот эта данная модель бюстгальтера, она уменьшает колебания груди на 80%, что очень важно при занятии спортом, потому что при занятии спортом наша грудь испытывает достаточно сильную нагрузку. Ну вот мы можем попросить Наташу, наверное, попрыгать, она покажет нам, как ведет себя грудь в бюстгальтере. Сколько нужно времени, чтобы избавиться от варикоза? Запись на прием – 2 минуты. Диагностика и сдача анализов займут 50 минут. Сама лазерная процедура – 40 минут. Всего 1,5 часа, и вы избавлены от варикоза быстро и безболезненно. Финал первого челябинского конкурса для пышных красавиц «Леди Мармелад». 3 ноября в 16 часов отель «Малахит». Спецгости дуэт «Боня и Кузьмич». Самая сильная женщина России Марина Кигилева. Лучшие артисты города и подарки от спонсоров. Информация о билетах в соцсетях под тегом «Конкурс Леди Мармелад». Уютный шопинг для всей семьи в самом центре города с парковкой. Торговая галерея «Аллея». На Труда 166. Салоны мужской, женской и детской одежды. Гардероб деловой женщины от европейских и российских брендов. Клубные, коктейльные и кэжуал образы для стильных красоток. Полноразмерные коллекции для больших людей. А также джинсы, сумки, пижамы и купальники. А еще здесь знают секрет идеальной фигуры. Он в удачно подобранном корректирующем белье. Торговая галерея «Аллея». Наверняка вы уже здесь бывали. Это прямо над гипермаркетом «Спар» на Труда 166. Имидж-клуб «Светлана» при поддержке Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области и администрации города Челябинска приглашают поклонников танцев, аэробики и фитнеса на 16-й международный танцевальный фитнес-форум. 2 и 3 ноября в Челябинск. 2 дня мастер-классов по современным танцевальным и фитнес-направлениям представляют хедлайнеры форума. Саша Ошкин, Анастасия Александриди, Татьяна Казанцева, Иван Кейм. Регистрация по телефону 263-57-37. Подробности на сайте светлана74.ру. Еще больше сюжетов о красивой жизни ищите в сети. Наш официальный хэштег #BeautyTime_TV. Подписывайтесь на наши аккаунты и будьте в курсе. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом Я».